Ребята, сегодня закрытие Хихэт вечерина. И мы поговорим о курице и кунице. Курица или куница? Курица или куница? Курица! Ты когда-нибудь жарил курицу? Такой, как ты? Да. А при этом делал влажную куницу? Нет, куницы не ели. Александр, здравствуйте. Вы когда-нибудь лизали куницу? Мужчина, здравствуйте. Вы любите жареную курицу или влажную куницу? Жареную курицу. Привет, когда тебе последний раз делали влажную куницу? Привет. Привет. Ты любишь курицу или куницу? Куницу, конечно. Куницу? Тебе когда-нибудь делали влажную куницу? Влажную куницу мне делают регулярно. Поэтому ты ее любишь? Конечно. А кто не любит куницу? Вот, где кольцо? Через год-нибудь поебало получится. Привет, малышка. Здорово. Ты когда-нибудь ела куницу? Нет. Хотела бы попробовать? Возможно. А ты знаешь, что ее готовят языком? Куница. Привет, малышка. Это твой хакель? Это мой дружочек. Массажист. Он тебе делал когда-нибудь куницу? Ты когда-нибудь провозил наркотики в попке? Никогда. Ну, я имею в виду попугая. Тоже нет. Эй, жареная курица. Я пока еще не жареная. Скоро тебя отжарю. Покажи куницу. Привет, малышка. Привет. И что? Ты когда-нибудь лизали куницу? Конечно. Ну и как ощущения? Ну, прикольно. А может быть, не прикольно это, когда лишь? Я, походу, попал. Реально, ребята, со мной хотят разобраться. Давай, батл, давай, бейба. Не, послушай, ну, давай, я что слушаю. Это не прикольно, когда лишат? Вот ну, я не знаю, у меня нет куницы. А тебе лижут член, тебе не прикольно? Можешь мне полизать член? Нет, я тебе не ну, хочу ну, это же лизать. Прикольно. Я члены люблю лизать, но... Но не мой. Какие это, не твой, да. А давай обменяемся, ты мне член, а я тебе куницу. Мне лижут за деньги, ты чего? Бля, так ты мне за деньги полижешь. Я тебе а я за тебе... деньги? А сколько ты мне дашь? А сколько ты мне дашь? Я за муль лежу. За муль? Да. Я тоже за муль лежу. Может, по бартеру? Do you speak Russian? Я чуть-чуть. Ты когда-нибудь видел куницу? Куницу? Вкусный. Ну ты ее видел? Видел? Вот. А я видел. Видел куницу? Видел? Да, конечно. А у женщины куницу видел? Нет. Кунилингу сделал женщине? Куни? Нет. Ты когда-нибудь жарил курицу? Курицу? Да. Жарил? Курицу. Чикен. French chicken. Ну да. Yeah. Fried chicken. Я люблю. Любишь жарить курицу? Я люблю курицу. KFC. You like Russian chicken? Русские курицы тебе нравятся? Русские курицы. Жарил русскую курицу? Очень вкусная. Очень вкусные русские курицы, да? А делаем куницу? Я люблю. Ты снимаешь? Я блогер. Какой? Ну какой, грязный. Е-блогер? Е-блогер. Тебе когда-нибудь делали куницу? Что? Куницу делали тебе? Знаешь, типа сказать эту тупую шутку, и вот это вот типа охуенно, блядь, звучит. Ты похож на курицу, на жареную. Охуенно. У тебя, наверное, очень неудачный влог. Ну, вообще очень неудачно. Просто с такими шутками вряд ли поднимаются наверх. У меня поднимается, реально. Да? Да. Ну, хорошо, что у тебя хоть что-то поднимается. Ну, да. Ты вообще в своей жизни дохуя куриц встречала? Да. Ну, да. Например. А ты ешь курицу? Конечно. А всегда. Ты слышишь, что ее ебал петух? Да. Всегда. И как тебе после этого? После этого? После этого. Как тебе хавать курицу, которую ебал петух? Секс. Секс-чикен. Секс-чикен. Рок-н-ролл. Что, ребята, сегодня закрытие крыши. Надеюсь, мои блоги заходили вам, и вы реально кайфовали. Поэтому в следующем году мы снова с вами увидимся и расслабимся. Кайфуйте, наслаждайтесь жизнью и шутите. Ведь шутка – это... Что такое шутка? Это продолжение жизни, ребята. Всех обнял, поцеловал. Полезал. Бичи гейм, бичи гейм, бичи гейм.